Салем достар! Бул каштанов, минен каштанов реакшн канала Макош Кельдиниздер. И сегодня у нас будет реакция на видео под названием «Прыжок с крыши. Плавание с акулами. Полное перевоплощение». Ребята, я смотрю это видео с канала Салем Парк. И вот здесь, по, судя по превьюшке, да, у парня кепка и там вышито «Алматы, штат Небраска». Это какое-то у вас движение, да, или какой-то YouTube канал, или какое-то объединение. Ребята, где-то я уже это слышал, или, по-моему, у меня уже есть реакция на этих ребят. Но если она есть, то она была очень давно, потому что помню знакомые названия, но не помню конкретно, что я там смотрел. Делаем вывод, да, это было давно. Поэтому предлагаю посмотреть. Ну, вот это видео, естественно, я не смотрел. Это видео также мне подписчик скинул. Я так посмотрел, думаю, блин, по-любому должно быть интересно, да? Ребята, поэтому давайте приступать к просмотру, прежде чем мы приступим. Копр Ахмед, за то, что подписываетесь на канал. Ребята, нас уже практически 95 тысяч на канале. Еще чуть-чуть и будет 100 тысяч, ребята, 100 тысяч. Жду не дождусь, когда наступит этот день. Я думаю, вы тоже все ждете, особенно те, кто подписан на мой канал, или кто уже давно подписан, и кто только подписывается. Ребята, мы должны добить 100 тысяч и двигаться дальше. Цели у нас, как говорится, безграничны, да? Если так можно выразиться. Ладно, ребята, да, кстати, ребят, если кого-то из вас интересуют реакции на полнометражные фильмы, преимущественно казахского производства, ссылка в описании на мою страничку на платформе Boosty. Последнее, что я записал, реакцию на фильм «Бизнес по-казахски в Корее». Потом «Дорога к матери». «Жаным, ты не поверишь». Невероятный фильм просто. Я в шоке был. «Шестой пост». «Шал». «Аким». Не знаю, говорил или нет. Ну, короче, ребята, ссылка в описании. Переходите, подписывайтесь. Там есть на что посмотреть. Так, ну давайте уже начинать. Так, ну что, ребята, кеттек, как говорится, кеттек. И задание для каждого из нас. Город засыпает, наша мафия не спит. Я на левом в ожидании родных, суета закрутила оба берега. Такое старое видео, да, судя по всему? Закрутила, нам осталось подкурить. Ой, это Димаш был? Я прыгаю в точилу с номерами 01. А, нет. Мое первое задание для Искандера. Слушай, он об этом, кстати, не знает до сих пор. Я знаю, что ты очень сильно боишься акул. И в Астане есть океанариум. Вот, и ты приезжаешь... В Думане. Он или устал, или боится, потому что акул он действительно сильно боится. В гриме похож на Димаша вот этот парень. Я же сказал по жескачу. Мы по жескачу. Бля, ну не акулами плавать же, в смысле, просто, блядь? Брат, короче, и ты не просто плаваешь, а там есть такие русалки, они с голым торсом, и ты вот должен поплавать, как именно как русалка. Вот. С акулой, блядь, да? Ну, неплохие задания. А если они меня сожрут? Бля... Ты для Марлена приготовил задание. По-моему, сука, не только я, блядь. А, каждый для своего кента, да, готовит задание? Я знаю, что ты прыгал уже раньше, это роуп-джампинг. Okay. Ну, бля, тут есть сложность. Короче, ты должен без эмоций. Там снизу, блин, с удовольствием железная. Бы прыгнул. И с удовольствием еще, короче, там, бля, бы, ребят. Короче, одна единственная в Астане. В смысле, блядь, без эмоций? В смысле, вот, блядь, ты не должен. Короче, я хуй его знает, как Мара сейчас собирается прыгать, но это очень-очень высоко. Для меня, по крайней мере. Это очень страшно даже подниматься, блядь. Нормально. Ты молча прыгнешь, короче, как вот, знаешь, типа грузик такой. Повисишь, короче, тебя поднимут. Придурок, ты знаешь то, что прыгать обязательно? Не-не-не. Вот. Я же сказал, он тоже же скач приготовил. Ладно, окей, нет, ну, да. Ваня, а что ты за акулу так возмущаешься? Ребята, это видео старое, да? Каких годов это видео? А, мое задание для Буржана, оно не, лет не такой 5 назад, же скач, да? Но это прям будет бомба. Может быть, больше, да? Убедительная просьба не хейтить меня за это, потому что вы видите, что я это не хочу делать. Вот, это извращенная фантазия моих друзей. Пожалуйста, не отписывайтесь от меня. Не пишите, что мы... увлекаемся педиковскими увлечениями и движениями. Я вас всех люблю. Всем пока. Все, браток, мы тебя теряем, походу. Между прочим, у меня тоже акула. Я лучше с акулой.
Вот, в принципе. Не, просто видишь, в чем прикол? То, что... Не-не-не-не-не! Подожди, тебе респект гонят, потому что ты смелый. Какой смелый, блядь? Пиздец, в костюме русалки, блядь, смельчак. Ему вообще респект загонят, а меня захейтят зрители, понимаешь? Короче, ладно. Судьба такая, походу. Есть товат. Мы договаривались ей вместе придумать, но мы не придумали. Да, мы что-то... Но у нас всегда была идея, которую, я думаю, вы согласитесь, мы всегда хотели сделать из товат. Гермиону Грейнджер? Гермиону Грейнджер. Ну, в смысле, настоящую леди на один день. А, понятно. Вечернее платье, ну, грим, да? Я этого не одевалась как девочка. Я с тобой согласен, да. Товар? Да. Ну, я думаю, нам не покажет, да, сейчас? Придурок, потом посмотрим. А если у меня реально сердце остановится? Ты-то ладно, а такого отбиться приятного просмотра. Ты будешь, знаешь, давай, ты давай. Не умрешь за парень. Сердце останавливается тогда, когда ты, сука, без веревки прыгаешь. Анекдот, блядь, это случай жизни. Короче, один пацан надулся, домой пришел, слушайте, домой пришел, короче, ну, накурился один пацан знакомый, домой пришел, кенты остались, короче. Вот он пришел, оттуда ему мама звонит, бомбит, короче, пацан, говорит, ну, что там, что дули, короче. Он говорит, в смысле, говорит, да, говорит, мало того, что он накуренный пришел, пиздец, говорит, палится, он, говорит, этот, срать, говорит, хочет, но он думает, что у него падает позвоночник, и он палец в жопу засунул, чтобы задержать. Да, у меня дорогой. У меня настолько здоровый прыщ, что... О, ребята, да, это видео старое. Вот это вот Battle Challenge, да, бутылку ставить, это, конечно, было очень давно. Смотрю, блядь, он у меня перед глазом мелькает, прикинь. Перед переки здесь, пупсик? Господь мой бог, изыди. Ребята, а что сейчас стало с этими людьми? Может быть, у них есть какие-то проекты, или, может быть, они ушли в забвение, в небытие. Я могу бипа облизать. Это дезинфекция будет. Блин, где пранки, где приколы? Давайте, ехали. Ребята, ехали. Камера, мотор. Работаем. Нормально. Ну ты, блядь, знаешь, что сейчас на муху похож, реально. Короче, все, кто не видел эту куват за кадром. Почему я взял тебя, куват? Потому что ты оператор. Почему я взял Ерлана? Потому что это центр прикола. Почему я взял Мару? Потому что это моя шлюха. Сука, хватит снимать! Блин, вот кому надо было с веревки создания прыгать, да? С веревкой. Как там? Роуд-джампинг, да? В общем, дорогие друзья, мы прибыли на первое место назначения, которое называется океанариум, специально построенный для Искандера, и он сегодня Искандеру будет испытывать свою судьбу. Прыгать он было... будет сегодня что делать? Он будет сегодня плавать с акулами и не просто плавать. Веревку могла не выдержать, да? И не просто плавать, а плавать в костюме русалки, блин. Какого развития событий ты больше всего боишься? Что она меня сожрет, блядь, а чё, блядь, чё-то непонятного, блядь. Слушай, вот тебе выбор, писька, рука или нога, ты бы чего лишился? Лучше бы, наверное, руки. Руки? Лучше бы, как серьезно обсуждаем. На втором месте? На втором нога, конечно. Чё за вопрос, ну? Мне кажется, акулу можно на год накормить твоей ногой одной. Просто стоять умеешь? Да. Ника, там готовы костюм? Пошли, сейчас померяемся. Ребята, океанариум у вас до сих пор действует, да, в Алматы? А, это же Астана. Это же Астана. Ну, то есть Нур-Султан. В общем, экшен начинается. Писька, ты готов? Нормально, нормально. А чё, лифтан побольше нет? Как оказалось, у меня сиськи больше, чем у вашего лифта. Давайте по внутренней части пойдем. Ну, нормально. Не, ну нормально, нормально. Но меня акула не цапнет, да, это по-любому. Ваша задача такая. Вдох сделали, но не глубокий, средний вдох. Готов? Так, готов, блядь. А чтобы акула не съела. Если, помни, если акула начнет нападать, в нос ей хрякай. Запись идет, короче, держи. Я сюда примерно приплывет наша русалка. Че, ехала? Ехали, блин. Сожрала, блядь.
Сейчас я за тобой. Что, под водой? Да, давай. Сейчас надо поправить этот, пожалуйста, сиськи, короче, надо поправить. Сейчас поправить сиську. Сиськи поправим, сейчас под... Сиськи, блядь, упали. Нормально, там зрители в шоке, да? Эй, пофигу, сиськи упали. На деле прикол приколом, а страшно. Все вместе? Блин, ребята, ну реально, с виду как будто бы это какая-то такая женщина с формами плывет. Нифига не мужчина. Жесть. Надеюсь, YouTube не влепит 18+. Ну ладно, там, наверное, акулы сытые. Нормально, нормально. Реально акулы. Куда еще? На дно, что ли? Они к ним плывут, обалдеть. Они что, ручные, что ли, акулы или что? Ну реально же акула. Она же может просто цапнуть, наверное. Типа, отойдите от меня. Блин, вот это место, там, конечно, стоит побывать, если получится посетить Нур-Султан. Блин, а он грациозный, ребят. Блин, вот еще бы показали бы реакцию обычных людей, которые... В этом моменте оказались, ну, чисто случайно, и наблюдали все это. Жестко, жестко. Вот она реакция. Давай, 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 чуть-чуть. Как он на голове летел? Подцепили ему туда. Русалка. Да, русалка. Это русал. Это русалка. Он действительно сильно боится. Вот он говорил еще, я помню, когда по щегляне. Но это как минимум было самоотверженно. И я вот не знаю, я жду его комментариев. Он сейчас будет, наверное, недоволен. Почему не накормил акулу? А что, я должен был накормить? У меня был такой, что я накормить акулу, у меня погрузиться с акулой. Она так плавает рядом, за 3 метра оказывается. И что, каково? Страшно, блин. Как ты их хочу? Соленое, там ужасно не понять, да? Все тяжело, вот это фата на лице. Вот эта хрень, маску, вода заливает, у меня глаза щипят, короче, я не могу, блин. Еще надо сальто делать. Я уже говорю, все, надо, могу проверить на какие матерись. Ладно, все мы боимся в этой жизни. Ладно, ехали дальше. Мы посмотрим сейчас, как ты будешь смотреть вниз, вот туда. Без эмоций, да? Она еще плывет, и он сваливает. Я думаю, бля, все, пиздец, это постанова, он ее сейчас ко мне, бля, кинет, а она меня там начнет ласкать. Че, я должен ее кормить? А? Не обязательно. Это акула. Не обязательно. Ребят, не рыбка кое, а в аквариуме. Ну люди же плавают, люди же сюда заходят, плавают же, да? Не все. Не все? Не все, конечно, ты что думаешь, что каждый второй, что ли, акулу кормит или что? Да, ну? Не все. Мне кажется, в случае чего ее еще и убьют.
если она на меня нападет. Вот это вообще фраза была опасная. А, кстати, что-то я не видел того, кто собирался убивать. Вот именно, поэтому я и не стал нарываться. Ну, в общем, в целом, если подводить итог, Искандер. Я справился. Да, я пытался вполне. Сделать сайт, это нереально. Я могу без ласт. Зрители оценят? Хотя вот без ласт откусят. Придется тогда делать акцент на тебя. Безусловно. Жмем лайки, ребята. Оцениваем. Хотя видео старое, им уже, может быть, не нужны лайки. А на моем канале нужны. Прожимаем лайки за реакцию. Марлен, как правило, чуть-чуть не слышит обычно, но потом сразу... Что-то мне сцена напоминает кадры из сериала «Побег из аула». Тоже в одной комнате все спят с штабелями. Тюлень — это самая сложная особь для того, чтобы его разбудить. Иска. Снимать надо. Сегодня Мара с тарзанки прыгает. Вставай. Сейчас. Это лайфхак, ребят, сорян, я буду немножко мотать, самый... хорошо? Давайте непосредственно. Оригинальное видео, ссылка в описании. По этой лестнице подниматься? Бля, как мне охота. А по какой лестнице подниматься? Я сперва на обратную сторону, пройдете, там девушка. Там? Да, да. Все хорошо. Я так понимаю, сейчас этого здания, возможно, уже и нету, да? Может быть, снесли, нет? Ну, если... претензий не имею, если что. Да, читай, что у вас нет никаких заболеваний. Давай, которые... я тебе буду защитить. Ответственность за свою жизнь несете сами, да? Сообщить инструктору обо всех важных перенесенных заболеваниях. А гипертония считается? Как? Вай, Астана. Короче, Вай, Астана, это единственное, насколько... А, Вай, все, я... Вай, Астана, это единственное, насколько я знаю, единственное? Да, в Астане, да. Еще в Караганде проводят. Да подумаешь, я и не с таких высот прыгал. Я когда десантировался в Афгане, вообще было по-другому все, блин. Ты давай уберем вот эту безэмоциональность. Ну, братан, ну серьезно, что-то это гонил. Ну конечно, блин. Слушайте, а если не кричать, когда падаешь, там ничего не будет? Нет, я без крика. Так вы сколько прыгаете? Для вас это, наверное, как кино садить. Действительно. Фильм на ноуте. Собачка есть. Уф, я думал, кто-то прыгает уже. Собака тоже прыгает? Фамилия, имя, отчество, полностью. Эй, привет! А он добрый, да? Она добрая. Ой, какая красивая. Ребята, если кто в курсе, сколько сейчас стоит это мероприятие? У нас было в городе, но когда корона началась, это все прикрыли. Очень красивая подпись. Где это? Короче, я хуй не знаю, как Мара сейчас собирается прыгать, но это очень-очень высоко. Для меня, по крайней мере, блядь. Бля, по-моему, просто в параше. На чего, все с чего, скажите? Объясните, да, первый прыжок откуда был? Горшка? Кайфанули, да? Ребят, я прыгал с парашютом, да? Но там другое. А тут... экстремально низкая высота. Подниматься, блядь. Даже высоты не боялась. Статичный объект. Веревка, да? Там парашют. Здесь, я думаю, совсем другие ощущения. Ребят, напишите в комментариях, кто прыгал с парашютом. А может быть, есть кто и прыгал с подобного рода сооружений. Серьезно, я проиграл, походу. Да? Пизду, да. Серьезно, подойди туда, вот. Ему уже страшно, да, находясь наверху? Аккуратно, аккуратно, дырка. Смотри, какие-то дырки. Да, может быть, куда-то на камеру. Блин, ну да. Место такое опасное, да? Я против десятерых вставал там ночью, да. Но, бля, аккуратно, пожалуйста. Но, бля, я не хочу прыгать. Интересно, десятерых раскидал, нет? Ну чё, высота разве? Вообще все на изи. Мне сказали не смотреть перед падением. Не смотреть? Перед падением, перед прыжком. Ты не видел, да? Я не видел. Да, там, по идее, не так высоко. Да? Нет, там... Часто люди приходят и не прыгают? Часто? Или в основном все, кто приходит, все прыгают? Прям считанные единицы не прыгают. Не прыгают, да?
Ну раз уж ты пришел, да? Девчонки больше прыгают, чем девчонки больше прыгают, на заметочку. А что если человек дети прыгают? Прыгает без эмоций? Дети у нас не прыгают. С 14 до 18 присутствует одного из родителей, ага. С 18 самостоятельно. А бывало, что именно 14-летний прыгал? Да. 14-летний прыгал? Я его мотивирую как могу, потому что это пиздец страшно. Пионер, пизду. Давай без блока, серьезно. Смысл? Я что-нибудь другое сделаю? А там же страховка заправлена, что ты сделаешь? Я знаю, что страховка, просто тот факт, сам факт того, что... Без эмоций, да? Эй, у тебя остановить. Давай, делай, делай. Изначально только. Так же и здесь изначально. Вот решительно один шаг нужно сделать, и потом все, ты же не вернешь обратно, ты же обратно не полетишь. Ты знаешь, только как умеешь подбадривать вообще, я... Чего? Я передам своим родителям. Вот давай без этих приколов, серьезно, да? Кстати, ритуальные по дороге были. Да. Услуги. Что ритуальные услуги? Да, по дороге. Я по дороге. Нет, серьезно, я придумал. Видимо. Ладно. Вы что, блядь, секунды? Сейчас как прыгну нахуй. Все, давай, let's go. Подожди, будешь тебя привязать. Да? Не, ладно, прыгайте. Блин, ну высота. Полетела. Блин! Ты не снял ее? А, нет, я не снял. Я просто снял. Я просто смотрел. Блять. Ты на самом деле видишь, как просто. Охуеть. Страшно. Кому, тебе не страшно? Блин, ну я бы прыгнул, ребят. Я бы прыгнул. Потом, когда он на парапет встал, там канаты натянуты между двумя зданиями, да, или какими-то двумя высотами. И за счет этого... происходит смягчение удара, да, натяга. Я их не проверю, трос. Запишу все на GoPro. Зовите меня Бонд. Тебе страшно последний раз? В жизни. Да. Раскудрявый клен зеленый лист резной. Я влюбленный и смущенный пред тобой. Не, без эмоций. Ну-ка. Не, я думаю, не получится без эмоций. Ребята, вот давайте сейчас ставим на паузу и пишем в комментариях, как думаете, получится или нет. Я ставлю 90%, что не получится. 90%, что у него не получится прыгнуть без эмоций. Все, написали? Смотрим. Блин, интересно. Ну где прыжок? Красавчик. Запредельно серьезно, и ты из тех, что смертельно опасны. Сердце больше бороз, чем от оспы. Оставишь последствия злее, чем от астмы. Так, ребята. Но можно сказать, что он прыгнул без эмоций, да? Вначале у него были эмоции в самом начале полета, да? Но потом он, видать, совладал с собой. И уже вот эта вот финальная часть, когда уже приближаясь к земле, да, у него на лице не было эмоций. Но поначалу все-таки были. Так что тут, короче, и не нам, и не вам, да, как говорится. Ну, все-таки, наверное, больше, что не было эмоций. Блин, ребят, я проиграл. Ну, ничего страшного. Блин, красавчик, все-таки совладал с собой. И в конце полета... Ну, потом уже заорал, это понятно, а вот в тот момент, когда он приближался к земле, все-таки он был без эмоций. Нормально. Я люблю жизнь! Блин, ну круто, ребят. С удовольствием бы попробовал. А? Я не кричал сначала. Сейчас, пару слов. Это просто, знаете как? У меня все тело, оно знобит. Я зря переживал, это страшно, но это так нехуево. Это так офигительно. И, короче, обещаю своим подписчикам, следующий прыжок будет как минимум 2 раза
выше, или это вообще будет парашют? А что после этого прыжка я тебе с парашюта нормально сажал, бля, в тысячу раз с парашюта нормально. Это было просто, это было вообще несложно. Вообще, знаете, что мне... Я пришла идея ездить по городам и давать друг другу задания. Во. Тебе тоже пришла идея? Но чуть-чуть другая. Да? Он дунуть просто хотел. Нет, короче, в комментариях пишите, что нужно сделать такое экстремальное. Блять, сделаю. Здравствуйте, добро пожаловать. Кого нельзя обнимать сразу? Я лучший хост из мира. А ты будешь официанткой, да? Все. Окей, товар, Оля, тогда смотри. Оля, покажи, что делал товар, как именно собирать, что делать. Замир, бери из Кандера, покажи ему примерно, что будет он делать. Хорошо. Да, вон, я деньги не люблю. Деньги к югу заказаны. Девочки, все, сейчас я буду... Блин, прикольная движуха там. Чтобы люди знали, процесс идет так, я объясняю. Процесс идет так, нарезаем булочку филигранно, сверху майонезика достойно, потом сверху капусточку, иди нахуй. Шикарно. Тебе не жарко? Нет, тут рядом печка, нет, совсем не жарко. Что ты хочешь? Мышки. То не были готовы к такому потоку, людей много, тут много. Интересный факт. Самый продаваемый бургер сегодняшнего дня – это штат Небраска. Это круто. Отдыхаешь? Сейчас умру. Какой отдыхаю? Я там чуть этот... Мне кажется, я уже знаю, как готовить бургеры. Знаю больше, чем сказать о задании. Ты неправильно держишь. Не-не-не, вот этим пальчиком, Так, снизу держишь. Ешьте все бургер стрит, а мода штат Небраска. Мы сегодня все хорошо поработали, я хочу сказать, что это было круто. Так, ну, ребят, а где следующий пранк? Весь день ходил, хуйней манился, блядь. Ребята, ссылка на оригинальное видео в описании. Еще раз говорю. А, понял, они из подружки сделали красотку, да? Стильную и элегантную, насколько я понимаю. Дай, потрогай. Ты... Кого? Да, руку, ой, плечо, блин. Не надо мое плечо, ты зачем? Все, на, потрогай плечо. Ну ничего так. Миссия комплит. Могу веснички хотя бы. Просто вы обманываете людей, к вам девушки приходят такие до и после. Нет, мы всегда подчеркиваем. Почему? Что вы подчеркиваете? Обман? Природную красоту. А, природную красоту. Я спросить, ну, так нельзя, конечно, говорить, но если природа чуть-чуть, ну... Такое не бывает, все красивые. Я согласен. Я с вами согласен, я вас там проверял. Да, брови совсем другие. Брови совсем другие. Родинка исчезла. Вот а, это. У меня родинка была, блин, ждала. Блин, я ее так любил. Надо было поставить. Надо было ставить. Черкнуть, ребята, напишите в комментарии, вот этой девушке как лучше, тот такой уличный-пацанский стиль, да, или же вот здесь такая красота, женственность и анау-манау. Очень... Дорогие друзья, это Готембар, которые разрешили нам выполнить задание для Тават. Сейчас мы заходим туда. Ребята с Айвенда уже готовы. Да? А? Как себя чувствуешь? Нормально. Я немножко боюсь, но ладно. Короче, на самом деле, потом мы с Иской садимся за барабан и гитару и играем. Да, а потом я снимаю майку, ну, в процессе. Да, а потом я обливаю его водой, я облизываю с тела. Да. И я начинаю в этот момент танцевать стриптиз в стрингах. Это певцы, да, они какие-то? So
Столица, да? Как говорится, между первой и второй перерывчик вот такой. Так. Давайте дальше. Дальше. В общем, дорогие друзья. Какие лицо талант будет? Убедительная просьба. Здравствуйте, убедительная просьба не хейтить меня за это, потому что вы видите, что я это не хочу делать. Вот. Это извращенная фантазия моих друзей. Пожалуйста, да. Не пишите, что мы увлекаемся педиковскими увлечениями и приколами. Я вас всех люблю. Всем пока. Все, прощаемся с пацаном, да? Интересно, по итогу он получится еще краше, чем их подружка, да? Надо было уж до конца играть, надо было, чтобы он в этом образе пошел на фейковое свидание в какой-нибудь ресторан. Ну, типа, можно даже вот с одним из этих парней, кто в его компании. И как он бы себя вел при этом. Вот это было бы нормально. У меня даже есть подруга, на которую ты попросил, братан, где ее подруги. Пиздец. Че это задание было? Легко знаем. Балахани. Чё с Арагором? Офигеть, блин, это шикарно. Это шикарно. Чё ты без настроения? Чё, я без настроения? Ты попробуй не ходить. Попробуй женский голос, женский. Не, ну вроде бы неплохо себя чувствую, да? Убери ты руки свои, что ты делаешь? Нормально. Не-не-не, так, братан, запалил ты, блин, братан, ты Эля, ты не бежал, да, что ли? Отвечай женскую походку, ты, пацаны, мы вот так ходим, мы ноги раскидываем по бокам. Так. Нам не надо раскидывать, ты женская, по ровно, по линии, давай, по линии. Да, вот. И постоянно, что ли? А что, постоянно так ходишь, что ли? Да, это сердце, ее не любит, но зачем тогда она его целует? Это сердце, я никогда не думала, что я буду через определенное время гулять по Астане в образе бабы ебаной. Здрасте! Вива, подними. Попку покажи. Нихрена себе, царь! Любой могу спеть вот этот бандитский Петербург, который есть. Эля, ты можешь сказать, что ты девочка легкого поведения? Нет, вы что, гоните, что ли, легкое поведение? Это, не, на самом деле, в Астане достаточно, да, количество, но я как бы, когда их вижу, я сразу бегу. А у тебя парень есть, Эля? А что ты такой? Как до ПДТ, как доехать, не знаешь? ПДТ лаунж заведение, не знаешь? Нормально. Ты не открывай свой. Да. Вот это... До Назарбаев университета как доехать, не подскажешь? Назад надо ехать? Прямо, пока университет не уйдет. Все, Рахмет.
Вот это нормально, вот это нормально. Блин, мало-мало, хочется больше вот подобных пранков. А что? Блин, ребята, я как чувствовал, что они так сделают. Я заранее ничего не смотрю, я просто предположил, я бы, наверное, сам так сделал, чтобы они реально пошли в какой-то ресторан или вот как в этом случае в кафешку в этом образе. Они так и делают, блин. Ну, круто, круто. Все идет по плану. Блин, узнаю, да, походу. Не пугайтесь, пожалуйста. Какой-то проект, да. С самого начала у нас была какая-то тактика. И мы ее придерживались. Вы сегодня уезжаете, что ли? Завтра, да. А, ясно. Ой, я не узнала тебя. Как дела? Даже когда не привычно. Да, ты не представляешь, как мне это непривычно. Я еще думаю, что с утра спит. Ее не любит, но зачем тогда она его целует? Это сердце ее не греет, но его любит никто так не умеет. Чуть-чуть. Ага. Посмотри. Это же Майкл Корс, блядь, Бля, это сложно, пиздец вообще. Вперед немножко наклонись. Да, я вам легко советую. Тихо. Нет, вперед наклонись. Тихо. Майкл Корс. Добрый вечер. Капец, классная, дай со мной. А вы нас обниму? Конечно. Спасибо. Алекс. А можно еще раз? На секундочку. Нет. Так не похож это сердце, ее не любит, но зачем тогда она его целует? Бля, не узнал, серьезно. Что я сделал? Бля, вроде как это было смешно, бля. Это было смешно, базара нет, но, бля, не до конца. Не до конца, да. Это как Мишка, бля. Так, ну ладно, ребята, здесь все. Блин, крутое видео. Ребята, сорян, перематывал, да? Все-таки практически 40 минут видео идет. Хотелось бы смотреть непосредственно, да, самые сочные моменты этого видео, в принципе, что мы и сделали, да. Опять же, повторюсь, ссылка на оригинальное видео в описании. Вот этот вот пранк с переодеванием, как ни странно, да, показался самым крутым, интересным и смешным. И даже какие-то мои предположения, да, как бы я поступил, снимая подобный пранк, то же самое все и они сделали, да, только вот я еще не догадался, чтобы вечером по набережной погуляли, да, а зашли в какую-то кафешку, ресторан, блин, ну вообще круто. Да, это было не свидание, но все же, да. И я смотрю, все-таки узнавали, да, подписчики, я так понимаю, эти ребята очень популярны у вас, возможно, были, возможно, и сейчас до сих пор популярны. По поводу прыжка, ну, круто, прыгнул, совладал с эмоциями, акула, то есть русалка в бассейне с акулами тоже так неплохо зашла. Показали реакцию обычных людей, круто, это всегда интересно смотреть. И
девушка, да, из такой пацанки сделали леди. Ну, тоже как бы прям... Ребята, напишите в комментариях, как было лучше. Я, в принципе, вам уже про это говорил. В образе пацанки или в образе леди? Ну, наверное, как бы в целом все напишут, что в образе леди, конечно же. Так, думаю, по этому видео у меня все, ребята. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Всем удачи, пока!